Лев хотел поохотиться на буйвола и горько об этом пожалел. Лев – второй по величине среди всех кошек. Масса взрослого самца – 200-225 кг, а длина – 2-2,5 метра, плюс хвост длиной в 1 метр. Большие челюсти, мускулистое тело и сильные лапы позволяют льву быть главным охотником в африканской саванне. В природе есть определенные правила, например, такое. Хищники охотятся на травоядных животных. Ну вот, этот лев тоже так считал. Он присмотрел буйволенка, стадия, и решил отогнать взрослых. Они же должны бояться царя зверей, а малышом вкусно закусить. Но все пошло не по плану. Буйволы не испугались, а наоборот пошли в наступление. И лев, тот самый царь зверей, был вынужден спасаться на дереве. Он сидел там, как перепуганный маленький котенок. А буйволы, будто издеваясь, расположились вокруг дерева и стали ждать, когда этот царь свалится, чтобы его хорошенько проучить. 3 часа грозный хищник просидел в неудобной позе, пока буйволы не задремали. Тогда он спрыгнул и во все лопатки помчался прочь. А вслед ему буквально слышалось улюлюканье всей Африки. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, а также подписывайтесь на наш канал. Там вы найдете еще много интересного.